Добрый день, друзья! Сегодня у нас обзор цен и предложений на автомобили Audi. Где был снят каждый из автомобилей, будет сказано в процессе обзора. Адреса площадок вы можете посмотреть в описании к видео. Друзья, перед обзором хочу напомнить, кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь. Не забывайте нажимать колокольчик, чтобы вовремя получать оповещения о новых видео. Приятного вам просмотра! Audi A4 из Франции. Автомобиль находится в Шауляе, дизель 1.9, механика, цена 3350. Царапины на правом заднем крыле. Небольшая вмятина на заднем бампере. И левое крыло тоже имеет вмятинки. Audi A6 из Италии. Автомобиль находится в Паневежисе, 2016 года, 2 литра дизель, автомат, кожа, пробег 285 тысяч, цена 14 тысяч евро. Audi A6 Allroad. Автомобиль находится в Радвилишкис, 2008 года, дизель 2.7, автомат, кожа, цена 5800. На капоте облупилась краска.
На крышке багажника мутный задний фонарь. И с левой стороны такой же мутный. Это может быть, если заменили целиком крышку багажника с другой машины. Audi A4 2011 года. Автомобиль находится в Утене. 2,7 литра дизель. Автомат. Цена 5450. На пассажирском сиденье следы пятен. Поцарапано заднее левое крыло и бампер. Audi A4 2017 года. Автомобиль находится в Шауляе. Дизель 2 литра. Автомат. Пробег 155 тысяч, цена 15 250. Небольшие вмятинки на правой передней двери. Audi A5 2010 года. Автомобиль находится в Утене. 2 литра дизель. Автомат. Комбинированный салон. Цена 8950.
Audi A4 2008 года. Автомобиль находится в Понивежисе. Дизель 2 литра. Механика. Пробег 230 тысяч. Цена 5700. Audi A4 Allroad. Автомобиль находится в Понивежисе. 2014 года. Бензин 2 литра. Автомат. Кожа. Пробег 64 тысячи. Цена 13700. Немного поцарапано переднее крыло и дверь. Audi A3 из Германии. Автомобиль находится в Утене. 2011 года. 2 литра дизель. Механика. Пробег 257 тысяч. Цена 6950. Audi A6 2009 года. Автомобиль находится в Понивежисе. Дизель 2 литра. Автомат. Кожа. Цена 5700.
Audi A4 из Германии. Автомобиль находится в Утене, 2004 года, 1.9 дизель, механика, цена 2750. Audi A4 2006 года. Автомобиль находится в Шауляе. Дизель 2 литра. Механика. Обклеен пленкой. Цена 2650. На пассажирском сиденье есть пятна. Audi A6 2005 года. Автомобиль находится в Утене. 2 литра дизель. Механика. Кожа. Цена 3950.
Audi A4 2014 года. Автомобиль находится в Паневежисе. Дизель 2 литра. Автомат. Пробег 260 тысяч. Внутренняя цена 9800. Цена на экспорт 8800. Wanna move my feet, wanna jump on one. Audi A6 2008 года. Автомобиль находится в Утене. 2 литра дизель. Механика. Цена 4850. Audi A4 из Германии. Автомобиль находится в Утене. 99 года. Бензин 1.6. Механика. Цена 1570. Правое заднее крыло ремонтировалось. Audi A6 2007 года. Автомобиль находится в Шауляе. 2 литра дизель.
механика, кожа, цена 3850. На этом обзор закончен. Смотрите канал, пишите комментарии. Если интересно, ставьте лайки. И кто не подписан, не забывайте подписываться. Обязательно нажимайте колокольчик. Всего доброго. До следующего обзора.